последнее время проходит кампания по вытеснению русского языка с Украины. И новым этапом этого процесса стало внедрение в учебники русского языка за 8 класс параграфа, посвященному тюремному жаргону. Украинские школьники вынуждены учить блатную речь. Их учат выражаться словами воров и убийц. Им пытаются заменить язык Пушкина, Достоевского на феню, тем самым забирая у них огромный культурный пласт. В течение 2 недель молодогвардейцы всей страны собирали учебники русского языка и книги с русской классикой для того, чтобы отправить их в библиотеки школ Украины. И сегодня здесь молодогвардейцы Москвы на нашей акции, которую мы назвали «Я говорю по-русски», принесли с собой книги. Сегодня мы даем старт финальному этапу нашей акции. И книги, которые мы сегодня принесли, будут отправлены в библиотеки школ Киева и Симферополя. Своими акциями мы хотим сказать властям Украины, чтобы они перестали издеваться над своим народом, чтобы они перестали уродовать свою культуру, которую мы создавали и развивали вместе. Мы хотим, чтобы каждый украинец с гордостью говорил: «Я говорю по-русски! Я говорю по-русски! Я говорю по-русски! Я говорю по-русски! Я говорю по-русски!» В шоке учителя, в шоке родители, в шоке сами ученики от того, что там происходит и что там преподается. Поэтому мы будем помогать настолько, насколько мы можем. Мы будем помогать бороться с русофобией. Мы будем помогать доносить произведения русских авторов в оригинале. И мы не оставим в беде русскоязычное население Украины. Ни в коем случае.